сад памяти. Каждый год студенты и волонтеры, а также вся команда администрации Судогодского района присоединяется к одноименной акции. Всех участников объединяет одна цель – почтить героев, павших в годы Великой Отечественной войны. В качестве зеленого памятника сегодня саженцы сосны. Это дерево символизирует долголетие и стойкость. Акция «Как союз поколений» в резиновых сапогах, перчатках и саженцами в руках потомки фронтовиков. Люди разных профессий и возрастов встретились в Андреевском лесничестве, чтобы посадить сад памяти. Он раскинулся на площади почти 4 гектара. Судогодский район, ну, он символичен. Здесь, на территории Судогодского района, расположен Мурманский лесотехнический техникум, где готовят будущих специалистов лесного хозяйства. В здании Мурманского лесотехнического техникума в годы войны размещался военный госпиталь. Задача на сегодня – посадить 20 тысяч сосен. В переводе с латыни название дерева означает «скала». Сосны – вечно зеленые растения, имеют самые длинные иголки из хвойных пород и обладают высокой приживаемостью. Александр Иванович – заслуженный лесовод России. Говорит, живет сосна до 250 лет, а иногда и больше. Поэтому важно сажать зеленую малютку правильно, тогда и толк будет. Хозяйственно ценная порода, которая, из которой много чего получается. Это и древесина, и живица, и все остальное. Самое главное – природа, воздух, экология. В этом году сад памяти в Судогодском районе стал еще богаче на участников. В спецформе начальник департамента лесного хозяйства по ЦФО Дмитрий Капитолинин, внук ветерана Великой Отечественной войны. Посадить дерево памяти для Дмитрия Юрьевича – важная миссия. Здесь у каждого в семье свой герой. У меня оба деда воевали на фронтах. Один погиб во время войны сразу же, второй вернулся с победой, как говорится. Поэтому, естественно, да, для меня это значимо. И память не только нашим дедам, но и всем родственникам, которые служили, воевали, и некоторые и сейчас служат. Сотни борозд, тысячи лунок и один меч – Колесова. Узкой стальной лопатой для посадки саженцев усиленно работают студенты Муромцевского лесотехнического техникума. Дмитрий и Полина знают все про акцию «Сад памяти». Ее проводят благодаря нацпроекту «Экология». Добрая традиция готовится отметить 5 лет. Студенты и это событие не пропустят. Обещают с любовью посадить еще много деревьев. Здесь я нахожусь, потому что хочется сохранить лес, чтобы он рос, процветал. Что я чувствую, когда сажаю? Прям ответственность очень большую, что вот... Потом говорят, то, что вот, мы сажали здесь, ухаживали. Сады памяти в нашем регионе разбивают активно. Процесс не такой быстрый, но актуальный до конца июня. За это время волонтеры высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем герое-фронтовике. Такое количество новых растений решает и вопрос лесного фонда. Озеленение – это немаловажный фактор, да, комфортного проживания людей как в деревнях, так и в городах. И эта акция в том числе способствует и этому. И чем больше количество у нас зеленых насаждений на территории, тем легче дышится, тем лучше живется. Стать волонтером есть возможность у каждого через сайт эко-акции. На данный момент посажены почти 17 миллионов деревьев. Сад памяти – акция международная, и присоединиться к ней можно в любое время, чтобы память о подвиге солдата жила еще долгие годы. Во Владимирской области запланированы еще высадки. Ближайшая состоится в Кольчугинском районе. Наталья Забнина, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».